Несколько объявлений. Канал «Дмитрий Таран» будет специализироваться исключительно на политике и аналитике. Там будут размещаться материалы, связанные с кинопроизводством, ну, естественно, политического содержания, в частности, тот же сериал «Когда свои и чужие». А вся информация о вебинарах, вся информация о семейной психологии, тренингах и тех же художественных фильмах на подобную тематику будет вынесена на второй мой канал, который называется «Граф Каховский», ссылка в описании. Кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить всех, кто еще не подписан, на этот канал подписаться. Там будет достаточно частое обновление, и все, кто не в курсе, не подписан на этот канал, милости прошу. Что касается сериала «Когда свои и чужие». Первая серия прошла. В целом могу констатировать то, что 95-96% комментариев позитивные, комплиментарные, люди нас поздравляют, люди считают, что мы сделали правильную, позитивную работу. Кстати, из Донецка приходит сообщение о том, что в этом году, ну, связано это с нашим фильмом или не связано, но в этом году празднование 6 апреля, взятие СБУ, и 7 апреля учреждения ДНР не отмечались, хотя до этого 5 лет отмечались. И в целом я тоже считаю, что это, ну, возможно, в этом есть и наша заслуга. Что касается второй серии, все люди задают вопрос, что будет дальше. Ну, понятное дело, да, то есть серия начнется с разговора между главной героиней и ее куратором из СБУ, который пришел ее увещевать на предмет того, что это плановое мероприятие. Это длинный будет разговор, он ее в конце концов переубедит. И, естественно, основная сюжетная линия пойдет вокруг неизвестного человека, которого три дедушки хотят позвать в Луганск. Все пойдет вокруг штаба Юго-Востока, который будет сосредоточен на избушке. Там будут масса событий, связанных с появлением интересантов. Ну, в общем, все то, что и было на самом деле в 2014 году, но только мы попробуем это сделать в художественной форме и глазами наших журналистов, которые фактически и будут тем пресс-центром, который будет делать заявления и из палаточного городка, и из функционеров штаба Юго-Востока, и так далее, и так далее. Там будет ряд локальных детективных историй, ну и, конечно же, основная история, как развивались события. Время второй серии – это примерно с 6 апреля по 20 апреля 2014 года, все события, которые происходили в то время. Пользуясь случаем, хочу предложить людям, которые ждут продолжение сериала «Когда свои и чужие», по реквизитам в подписи к этому видео проект поддержать. Понятное дело, сейчас карантин, у людей денег меньше, я поэтому и не прошу там больших сумм или больших инвестиций. 100-200 рублей, кто, в принципе, что может, этого будет достаточно. Я думаю, что по окончанию карантина мы приступим к съемочному периоду. Вебинары. Психологическая тема, семейная тема, педагогическая и образовательная тема плавно перекочевывают на канал «Граф Каховский». Еще раз предлагаю всем подписаться на этот канал. Это второй канал, мой второй канал, там моя фотография. Такие вот объявления. Спасибо за внимание.